Беларусьбанк с 23 мая приостанавливает открытие договоров и пополнение отдельных валютных вкладов. Изменения коснутся евро и доллара. Сколько будут действовать новые правила, не сообщается. Ранее финансовое учреждение провело экспертный опрос. По данным анкетирования, в первом квартале крупный, средний и малый бизнес существенно снизили такие заимствования. В стране заработают онлайн-аптеки. Не выходя из дома, можно будет приобрести любые безрецептурные препараты, кроме тех, у которых доля этилового спирта превышает четверть. Продать лекарства в интернете смогут только юрлицы, имеющие специальную лицензию. Здесь же можно будет получить и консультацию фармацевта. В Беларуси за 4 месяца возведено 10 500 новых квартир. Сдано более 1 000 000 квадратных метров жилья, почти половина для очередников. В этом году план 4 300 000. Активно идет строительство в сельской местности. Важный показатель – средняя стоимость одного квадрата стала ниже средней зарплаты по республике. В стране определили даты выпускных экзаменов для 9 классов. Школьникам предстоит сдать 4 предмета – русский и белорусский язык в форме изложения. В прошлом году это был диктант, математику в виде контрольной работы и устно историю Беларуси. Проверка знаний пройдет с 1 по 9 июня. На 10 запланированы праздничные вечера с торжественным вручением аттестатов. В Бобруйске с 29 мая по 12 июня пройдет гастрономический фестиваль «Смакфест». Кафе «Пушкина 202», «Любимое место», «Фанат», «Мята Лаунж», «Пицца Браво», «История», «Тикава», «Артишок», «Патефон», «Лакомка» и «Ресторан Турист» разработали уникальные сеты из блюд на тему кино. Стоимость фиксированная – 29 рублей 90 копеек.